Это традиция, я думаю, празднования национальных праздников у нас, вот нашим населением, почему уделяется такое большое внимание, то, что люди хотят сохранить свою самоидентичность, культуру свою, национальные традиции. Цагансар калмыцкий народ празднует как больше приход весны, праздник тепла. И то, что вот такой суровый период закончился, у нас даже в основном на этот праздник все люди, население, друг друга встречая, они говорят «Улясим энде амулым карута», спрашивают, это переводится на русский язык примерно «Как вы перезимывали?». Огонь для калмыка – это священное, да? Наши предки, всегда выжигая огонь, когда выносили из юрты угольки, чтобы разжечь этот священный огонь в день Цагансара. И в огонь преподносилась белая пища, мука, масло, молоко, для того, чтобы задобрить огонь и попросить благополучия и благословения. Мал кед болочин. Малы харам болочин. Хан сайхан болтга. Ама ёсан Казахстан болочин. Ин тергам олым ин дат. Эрул дорул ах болтга хархан. 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 Мы молодое поколение тоже чтим наши традиции. И в день Цагансар рано утром на рассвете солнца, с первыми лучами солнца, приходим сюда и возжигаем огонь. И молимся своим предкам. На возвышенность эту, где сооружена такой ова, могли подниматься только мужчины. А я сейчас другую нитку попробую. Вышивки здесь, которые для подушки. Ага, так, я вас, ну, мы уже, в принципе, засняли. Да, уже, ага. Так. А, это еще одна из разновидностей калмыцкого шитья, это золотое шитье. Да, вышивка здесь, о котором сказали, здесь золотое шитье, которое вышивалось, изделия вышивались. В основном это вышивка девичья и мужская. Применялась на одежде, на кисетах. Это вот подарок, например, могла девушка сделать, подарок для жениха. Когда замуж выходит, у нее должно было быть в чемодане, в ее сундуке, несколько таких кисетов для близких родственников мужчин. Моя вышивочка.